А сейчас подробности. 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. На территории Лиды Илицкого района в этот день работали 74 участка для голосования. Все они закрылись в 8 часов вечера, после чего участковые комиссии начали подсчет бюллетеней. Были вскрыты урны для досрочного голосования, урны для голосования на дому и урны основного дня выборов. По информации Центральной избирательной комиссии, явка на президентских выборах по стране превысила 84%. За действующего главу государства Александра Лукашенко отдано 80,8% голосов.